Стародавняя Москва, нет тебе на свете равных. Стародавняя Москва, блеском дней вовеки славных будешь ты всегда жива. Град, что строил долгорукий посреди глухих лесов, вознесли любовно внуки выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич III иго рабство раздробил, здесь за длинный ряд столетий был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону зыбкость счастья разгадать. Здесь как было, так и ныне сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевскую стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Храм Василия Блаженного. Был царь Иван Грозный, ему очень понравился этот собор. И есть такая версия, что он приказал ослепить архитектора, чтобы он больше нигде, ни в каком другой стране не мог построить такую красоту. Но это версия. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва святая, на своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом необъятных куполов, над востоком и закатом заблизов колоколов. Прекрасно. А сейчас мы где? В центре Москвы. На каком месте-то? Где мы? На Красной площади. Самой главной площади нашей страны. И вообще, это в мире самая красивая площадь. Это наша Красная площадь. А красивой ее стали называть после того, как на площади появился Покровский собор, памятник Минину и Пожарскому и торговый. Самый лучший.